Так, о, следующая камера. Окей. Что эта кнопочка делает? Ага. Ау. Надо убить турели. Где там турели? Ну, они сейчас по нам ты не что? Попадают, да? Ну, там же стекло, правильно? Стекло, защитное стекло, так. Окей. Тут лазер. Лазером мы где-то должны будем активировать. Я понял. Сейчас, знаешь, как сделаем? Наводиться через... Ай! Тюна! Ты что делаешь? Меня ж лазер убивает. Аккуратней. Не, нужно же на эту... Ай-яй-яй. Это не я, видишь? Я понял, да. Не, надо навестишь на эту штуку, чтобы она активировала дальше там. Что-то дальше активировала. Так, мне надо, чтобы турели перестреляли друг друга. Вы можете это сделать, турели? Вот так, да, вот хотя бы сюда пострелять. Еще, вот он я. Вот, одно уничтожили. А второе вы будете уничтожать? Ну. Не хотят. Сейчас, подожди, я поближе стану. Нет! Тюна! Я уже два раза умер. Извини. Вон, мои осколки догорали только что на полу. Остатки. Так. Ну... Если... Тут у нас кнопка кубик, да, выдавала этот, я так понял. А, смотри. Ай-яй-яй-яй. Я поняла, как тут надо. Блин. Так. Сзади это... еще есть у нас. Окей. Смотри, ты должен вот сюда поставить и сюда портал. Есть. Что это нам дает? Оу. Та-дам! Оу. Только остались турели. Оу, я запутался. Так можно лазером турели уничтожать, кстати говоря. Ты можешь сейчас вот этот лазер. Я стану на кнопку. А ты, их, а ты их сноси. Тут. Используй лазер, лазером убейте. Видите, мы сами догадались. Они ведь одни из нас. Шучу. Их уничтожение является частью испытания. Слава богу. Они для вас не важнее. А эту не хочешь уничтожить? Ауч. Забыла. Мне ее даже жалко. Все, готово, да? Поехали. Угу. Да, такая сеть из лазеров тут вышла. И выход. Я жду. Бегу, вернее. Стоп. Подожди. Я бы обесмыслила этот тест, ага. Но могу сказать, что один из вас справляется очень-очень хорошо. И это ты, Тюна. Пройдите в следующую тестовую камеру. Я буду выше Гледос. Хай-фай. Ничего, я ей просто рукой помашу. Она тебя игнорирует. Она за тобой следит. Помаши ей. Я не О, хочу теперь она на меня смотрит. Привет. Ну и все. И все. И я на тебя тоже обиделся, Гледос. Мы неплохо справляемся, ты знаешь. Что? Я говорю, неплохо справляемся с тобой. Ага. Вспомните серию Крафтвеля, где Тюна сделала сломанную турель. Там была не сломанная, там была дефективная турель. Ага. И она, ты знаешь, обладала очень неплохим чувством юмора. Да. Ты уничтожен. Знаю, что вы делаете, но мне это не нравится. Мы в камне, ножницы, бумага играли только что. Прикольно. А где у меня? О, есть, да. Подожди. В которой один из вас разбирается с этими интеллектуальными испытаниями, а второй иногда предлагает помощь, если тест вдруг превратится в конкурс, кто больше съест. Замечательно. Так, дальше что у нас? Ну, у нас лазер, да, есть. Стенка, и где-то должен быть кубик. Ой, боже, я ненавижу такие лаборатории, ну, такие вот испытания. Смотри, тут нужно, чтобы один стоял, нажимал на кнопки, а второй проходил через всю эту конструкцию. Только зачем? Сейчас мы разберемся, зачем это нужно.
Вон кубик внизу. Чтобы кубик забрать, думаешь, да? Вот. Ну, я пошел. Тюна, я доверяю тебе мою жизнь в твои руки. О, нет. Так, подожди, на кнопки пока не становись. Я пошел вперед, да? Правильно я пошел? Да. Теперь ты мне говори, куда надо идти. Ты можешь смотреть... А, я могу смотреть, как ты... Дальше, вправо, вправо, вправо. Сам я вижу. До конца. Я через таб смотрю, что ты видишь. Я на всякий случай открою здесь портал. Сюда иди. Теперь... если ты там... Да, нормально. Ой. Вниз спускайся. Бомс. Окей. И вперед иди. Окей. Спасибо. Офигеть. Офигеть, блин. То есть за то, что ты убила меня, ты еще и очки сотрудничества получаешь. Да, Гледас такая Гледас. Уверен, Тюна кинет Рамона. Вы, ребята, угадали. Ну я не специально. Бульк. Так, я на месте. Давай. Только с кнопки не сходи, пожалуйста. Я, наверное, неправильно пошел. Да, надо было остановиться. Все, я... Вот тут. Проходи один кубик, второй кубик. Тут останавливаться. Стой. Вставай на эту Стою. Площадочку. Поднимайся. О, замечательно. А на той стороне какой у меня портал? Уже никакой не открыт. Ага. Зря я это сделал. Ну ладно. Теперь выпускай обратно меня. Пускайся. Так, там у меня оранжевый открыт. Подожди, я сейчас сделаю вот так. Подожди, подожди. Ничего не делай. Стой на месте просто. Окей. А, открою здесь красный, я просто спрыгну сюда. Все, я наверху. Аха. Нет, тут никак. Там где-то портал мне надо открыть теперь, да? А, сейчас, подожди. Так, я вижу там. Сейчас попробую, подожди. Ну? Сейчас попробую. Тут надо прицелиться просто. Ты можешь через таб смотреть, что я вижу. Та-ра! Так. Ну, стреляй порталом. Не, ну а как я отсюда выйду? А. Поэтому смотри, я тут открываю желтый. И мне нужно пройти до следующей любой доступной поверхности, куда я могу спрыгнуть. Ну, создать портал. А. Вот, например, впереди стена сейчас, вот там вот это и сделаем. Так, там у меня открыт красный, да, значит, здесь открываю. Почему? Желтый, тут желтый открыт, да. Тебе надо красный. Фу. И к лазерам. Я тебя отомщу немножко. Мяу. А, окей. Ага. Так, ну все, кубик в лазер в этот стреляет. А там с другой стороны стой, нет, да, ничего? А куда он должен стрелять? Мы там... должны теперь использовать комбинацию из четырех порталов, судя по всему. Попасть он должен наверх. Может показаться, или из двух. Что я веду учет ваших достижений лишь с помощью очков научного сотрудничества. Но это не так. Каждый аспект поведения будет учитываться при выставлении окончательной оценки. Ага. Например, оранжевый. Ты только что потерял 2 очка открытых возможностей. Сначала я обрадовался, но потом я увидел, что... Гледас... А, ну ладно. Что? А там камер не было. Камер. В Майнкрафте Portal Gun в последних модификациях мода теперь требует Nether Star для крафта. Да, и плюс еще и топливо теперь Portal Gun требует для того, чтобы работать в Майнкрафте в последних версиях. А еще помнишь такой агрегат, вот этот якорь, World Anchor, который чанки подгружает? Да. Теперь он требует... Это сейчас. Не соревнование. Это не соревнование. Но будь это соревнование, выиграл бы синий. Это не соревнование. Тролль. А, и также еще в Майнкрафте в последних версиях World Anchor из Railcraft требует... Синий получает 5 очков научного сотрудничества. Тюна. Ты никак не дашь мне дорассказать.
Тут же любое действие во всех играх вызывает какой-нибудь триггер, что-нибудь происходит. Окей. World Anchor требует жемчужины Эндера для того, чтобы подгружать чанки теперь. Здорово, не правда ли? То есть, если жемчужины закончатся, то и чанки закончатся? Да, чанк перестанет подгружаться и выгрузится из оперативной памяти. Весело. Так, я нажимаю кнопку. Оу. Я проверил, что делает кнопка, я понял. Он пересоздала кнопка кубик. Тролль. Я не тролль, я ж не знал. Тролль это когда знаешь и делаешь. Угу. Так, там поднимаются и опускаются лифты. Лифты. Так, здесь надо комбинацию этих сделать. Ну, можно, смотри, направлять его, в общем-то, вот где-то сюда. Да? Ай-яй-яй. И мне нужно тебя теперь, получается, провести. Угу. Давай подождем, пока... А эта панель остается на месте? Подожди, или она сейчас тоже начнет опускаться, да? Сейчас, давай не будем рисковать, давай проверим. На месте, да, стоит? То есть, как только я питание с той стороны уберу, эта фигня, этот лифт начнет опускаться. Начнет опускаться, а тот подниматься, получается. Ну-ка. Ты готова? А, нет, я сначала хочу посмотреть. Но над тобой Коля, по-моему, сейчас начнет. Нет, я рядом с ними. Ну вот, эта панель опускается, та поднимается. Может быть, тебе стоит с помощью порталов? А, я помню, портал там надо поставить. Давай я тебе портал открою. А, ну? Ну, как-то так будет проще, если что, тебе спастись потом своими порталами. Убери там свой портал. Так, вот один желтый. Ого, он высоко поднимается. Зачем так высоко? Без понятия. Потом давай я уберу отсюда питание. А, ну эти штуки, они же закроют сейчас мои порталы. Видишь, они на них наедут. Почему? Смотри. Нет. Они от стены далековато. Давай где-нибудь. Нет. Ну вот так. Mm-hmm. Все, ты готова? Ну, давай. О! Ух ты ж. Так, а теперь мне нужно быстренько... Не-н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 е
можно выше, а потом переведу питание на правую сторону. Окей. Так, ну что там у тебя? Ты главное, что он же не до потолка идет, надеюсь, да? Не знаю. Все, остановился. У-у-у. Ну, поехали. Окей. Все, питание идет туда. Беги, Тюна, беги. Бегу. У-ху. Отлично. Зачем нам это нужно? Зачем мы это все сделали? Так, стой. Сейчас посмотрю. Там выход, да? Тебе нужно мне портал открыть где-то. Смотри, я тебе... Убери свой желтый портал. Теперь ставь лазер туда, чтобы поднять пресс, и проходи в мой портал. Побежали. Та-дам! Ох, эти колья. Ненавижу колья. Привет! Ты где? А, привет! Мне, как беспристрастному куратору, будет нечестно называть любимого участника вашей команды. Она продолжает. Однако, будет абсолютно честно намекнуть на это так, чтобы мой наименее любимый участник был не способен это понять. Так держать оранжевый, ты справляешься очень хорошо. Еее! Уху! Ае! 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 Ну давайте же, объясните мне, какой смысл в этих знаках. Так, а кто там выиграл, я не увидел. Я ножницы выкинул. Ничья была. А, да? Ну ладно. А, у меня бумага была. Чёрт. Ну и все. Подожди, а хай-файв и помахать рукой. Мы будем ее троллить в ответ на то, что троллит она нас. Ну и... Что, ничего? Помахалочка. Ничего она не хочет, не? Все. Ну ладно. Та-дам! Why is Ramon going to do... when is Ramon going to do some Gmod? I don't think Gmod will be today, but later on, maybe. Да.
Не, ну пока нормально идем. Мне очень нравится, ты знаешь, как мы справляемся с тобой. Я честно думал, мы будем такие. Тюна прям превзошла меня. И я такой весь самоуверенный сейчас сижу. Иногда, такой, знаешь, оказалось зря. Мы или падаем. Этот тест будет так далеко, ух ты. Что я даже не могу. То есть даже не скажу вам, что вы ищете. Узнаете, не могу, то есть не скажу. Ага, окей, пошли. Узнаете, когда найдете, да? То есть мы даже не знаем, что мы сейчас должны искать. Да. Пойдем. Интересно. Затворки. Затворки Aperture Laboratories. Блин, я не вижу. А, вот. Ищем поверхности, куда можно поставить портал. Ну вот, на столбы. Бум. А потом на ту сторону, да, нам надо где-то выйти? Не нам уверена. На ту сторону надо. Я вижу там поверхность для портала. Вроде бы. Все, я открыл портал. Идешь? Уи. Заходи. И деактивировал портал. Так молодец. Зачем они нам нужны? Конечно, деактивировал. Мы перешли на нужную сторону. SR-диск. Диск. Ставьте диск. Подожди, давай диск найдем. Я помню, тут пасхалочка есть. Нужно найти диск. А вон он должен быть. Где? О! А, это не пасхалка, это реально прохождение дальнейшее. Смотри, тут два рычага. На этой и на той их стороне. Надо нажимать одновременно, да. По-моему. Давай на счет... И... Подожди, тут есть такая штука. Вот. Успели? Успели. Нет. Ну, успели, но надо быстро потом пробежать туда. А, там надо портал поставить. Где? Ой, что я сделал? Вот там вот. Не, когда я не то выбрал. Там ставим портал. Я успел? Я успел. Уи. Каждый через свой проходит. Мне ближе. Где там диск? Теперь нужно назад вернуться еще. Через мой пошел, смотри-ка. Ну, какая разница? Вот это диск. Не сильно он большой. Поздравляю. Вы завершили абсолютно бессмысленное испытание. Ой, я почти забыла. Когда вы покидаете зону тестирования, единственный способ, как я вас могу вернуть, насильно вас разобрать и аккуратно собрать. Насильно разобрать и аккуратно собрать. Вы не чувствуете боли. В любом случае, вы никак не можете показать, что ее чувствуете. Кстати, это рассматривается как неудача. Мы провалили еще к тому же тест. Вот взяла нас просто к чертовой матери взорвала. Спасибо, Гладос. Спасибо, спасибо большое. Она очень добрая. Да. Одна минута до эпика, тут пишут. Командная работа, открыто достижение. О, смех. Хватит. А вдруг вы застынете в этой позе? Кажется, сборочный аппарат неисправен. Каждый раз, когда нас пересобирают, у нас новые эмоции. Посмотрим, что получится. Подожди. Ножницы. Так, и нам тут присылают подарки, между прочим. Да. Антон Ру 9 прислал нам игру Limbo. Это очень крутая игра. Я в ее с удовольствием на Xbox проходил. Большое спасибо. Спасибо. Это очень атмосферная, очень достаточно мрачная. Сделано шагов. Сейчас. Ну, очень-очень интересная игра. И, по-моему, нам прислали еще что-то. Сейчас перепроверю. Нет, у нас тут приглашение. В друзья добавляются люди. Сейчас я приму сразу же. Вернуться в игру. Ну что, мы закончили первый чембер, да? Я думаю, на этом мы можем закончить пока что. Дорогие друзья, если вам... да, кто сколько шагов сделал? Я больше! Кто еще что сделал? Ты теперь решила побольше шагов сделать, да? Он, кстати, вот 589 очки научного сотрудничества. У кого? Обще. Вот такой фигней тут и страдать можно целый день. Больше шагов сделает. Все же я думаю, что... Вторая тестовая лаборатория. Итак,
Спасибо, Тина. Я хочу попрощаться с друзьями, подожди, еще рано туда идти. А, если вы хотите посмотреть продолжение нашего прохождения с Тюной тестовых лабораторий в Portal 2, то обязательно пишите комментарии к данному видео, и мы продолжим. Мы, честно говоря, Тюна, я, например, с удовольствием продолжу играть в Portal 2 Co-op. Да, тебе понравилось? Я тоже. Мне очень понравилось. Спасибо большое. High five! А, также я обращаюсь и... Сейчас. Там что-то... Да, там... Сейчас. Программ Window. Вот, вот экран. Вот, ребята, все. На стриме у нас тут. Также я хочу спросить и у наших зрителей на стриме, хотят ли они вообще продолжение также и заодно и стримов коопа Portal 2. Если да, то плюсики, плюсики, плюсики. Пишите. Плюсики, 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 если хотите видеть. Плюсики, ну-ка. Да, конечно, мы записывали, мы записываем, продолжаем записывать. И пока я прощаюсь, нам прислали еще один подарок от ZetaFas. Подарок XenoClash называется игра. Я посмотрю, что это за игра. Я тоже, честно говоря, не слышал, но я думаю, интересно. Это экшн-файтинг в панк-фэнтези мире. Интересно. Файтинг я люблю, а вось мне игра понравится. Спасибо большое, я обязательно посмотрю, что это за игра. А на этом мы с вами прощаемся, дорогие зрители. Встретимся с вами, надеюсь, в следующей, второй тестовой лаборатории Portal 2 Co-op с троллящей нас Gladys, с нами троллящими Gladys и, надеюсь, щелкающими, как семечки, все эти тестовые лаборатории. Ну что же, со мной играла блестящая со всех сторон Тюна. Пока-пока, удачи всем. Меня зовут MJ Ramon, и мы здесь пока что закончим.